Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Кузькины истории. Сегодняшнее видео я хочу посвятить изготовлению игрушек для птицы. Дело в том, что игрушки довольно дорогие у нас. Мало того, большинство игрушек, если отдают собакам, то через часа 2-3, можно сказать, и этой игрушки может уже не стать изгрызана. То же самое вот и с попугаем. Если игрушка ему нравится, он может ее уделать буквально за один день, от нее ничего не останется. Но поэтому я чаще стала делать для Кузи сама игрушки, а именно они обязательно должны, чтобы грызлись, чтобы попугай мог их разгрызть. Это желательно всякие картонные коробочки. Вот для этого у меня идут, например, всякие коробки, которые от еды, например, вот от каш от всяких, от зубных паст, от чая, от всяких печений, но тогда желательно протирать внутреннюю сторону, чтобы сладости никакой. Может, от каких-то там лекарств. Вот, например, вот я делала из чая, вот мы ее уже всю погрызли. Короче, сегодня я сделаю из вот такой коробки из-под овсяных хлопьев. Получится примерно у нас 4 кубика. Как делать этот кубик? Просто-напросто мы ее сейчас разрежем, эту коробку, на 4 сравнительно равные части. Внутрь я обычно кладу всякие стучащие предметы, чтобы птица заинтересовалась, когда она будет вертеть этот кубик, чтобы эта коробка грюкала, и тогда был бы интерес. Ну, например, туда у меня идут всякие, может быть, там остатки деревяшек, вот такие вот всякие предметики деревянные, может быть, крышечки пластмассовые. Ну, в общем, могут пойти туда, например, шкурки от фисташек, от грецких орехов. То есть, чтобы оно шуршало, стучало там, и чтобы птица была заинтересована. Но, конечно, не нужно всякие там плохие химические предметы, там, чтобы птица не отравилась, там, не смогла съесть. То есть, это все нужно экологически чистые предметы. Ну, давайте попробуем. Ну вот примитивная коробочка у нас получается, то есть что-то будет вот такого вот плана, вот такая коробка у нас получилась. Я ее сейчас скотчем заклею, а внутрь ну, можно, конечно, вот эту крышку положить, она уже вот так стучать будет. Можно половинку, например, грецкого ореха положить. То есть они уже, можно просто один грецкий орех, например, если так будет. То есть вот она тоже. Вот такие вот коробки, и птица, в общем-то, на ура их грызет. Давайте сейчас заклеим ее. Вот тоненькой полосочкой скотча. С одной стороны. Вот она, коробочка наша такая получилась. Последний штрих скотча. И она у нас, главное, что гремит. Вот это самая замануха. Можно ее там на какую-нибудь семечку подвесить. Вот из обычной сетки помыла в нем было. Я веревочки такие нарезала. Специально на них сделала узелки, чтобы птица не запуталась. Вот у нас получилось 4 таких коробочки. Каждая из них грюкает. Здесь. Здесь, здесь и здесь. У меня там
катушка в одной, в другой грецкий, половинка грецкого ореха, в третьей пол, этот, крышка пластмассовая. Они, значит, сделала я на висюльках, а одну вот так вот, как торт упаковала, тоже висеть будет. И одно из условий, как преподать эти игрушки, не нужно птице сразу в клюв давать, чтобы она грызла, оценивала. Нужно обязательно эти игрушки не то чтобы прятать, но делать так, чтобы птица, как квест, может, искала их, доставала их. То есть нужно повесить так, чтобы птица была заинтересована в движении, чтобы найти эту игрушку. Вот на какие-то дальние веточки, чтобы он двигался, чтобы он до нее долез. Тогда у птицы хоть какой-то интерес к жизни появится. Ведь они же у нас бедные сидят, они лишены всех удовольствий, которые они имеют на природе. То есть они на природе и корм ищут, и должны для гнезда там какой-то материал искать, чтобы строить гнездо. То есть птица имеет очень мало свободного времени именно на природе. А у нас дома наоборот. Мы только и что, птичка покушать захотела, мы ей бац, корм сразу готовый, типа искать не надо. И вот, в общем, эти игрушки как-то так хотя бы интерес к жизни у птицы возымеет. Ну, будем стремиться, чтобы появился интерес к жизни, чтобы именно здоровая птичка росла, чтобы двигалась, чтобы у нее эндокринология была, в общем, на правильном уровне, все это обмен веществ. Ну вот, повесили мы две, еще там две куда-нибудь заделаем, посмотрим, как он на эти игрушки среагирует. Вот мы, наконец, одну коробочку взяли, и ура, ура, начинаем ее грызть. Да, Кузюнь? Вот хотя бы это время птица занята интересной для себя делом. Не сидит просто так, смотрит куда-то. То есть, создавая вот такие игрушечки, мы птичке какой-то интерес к жизни в этот. Вот он, видите? Потихоньку к цели двигается, чтобы грюкалку внутреннюю достать.